Добрый день, мои подписчики, гости моего канала. Прогноз на июль месяц по знакам зодиака. Июль месяц достаточно интересный. Вообще 2018 год богат на лунные и солнечные затмения. Если быть краткой в характеристике затмения, вы посмотрите, у меня есть там по затмениям видео записанное, то оно практически будет повторять 2010 год. Вспомните, что у вас было в 2010 году. Я вот посмотрела даже трудовую. Я стояла у истоков предприятия, которое создавалось, и я еще как бы была никем, а в сентябре только я стала его руководителем. То есть вот такая вот аналогия, что будет в этом году, я не знаю, но я жду каких-то чудес. Итак, мы помним, что у нас два затмения в июне. 13 июля это будет затмение солнечное и 27 лунное. Скорпиончики. У представителей самого глубокого знака зодиака затмение, конечно же, пройдет по оси социального развития и семейных отношений. На первое место могут выйти, опять же, переоценка ролей близких в доме. Это прежде всего матери, то есть близкие отношения. Вместе со сменой рабочего вектора, именно направления работы, вы можете, если это предприятие какое-то частное, вы можете в нем и работать, но можете поменять, например, направление деятельности. Может измениться, кстати, и личная жизнь у скорпионов. Многие обзаведутся семьями, детьми, но некоторые могут и, скажем так, расстаться. Что маловероятно, но такая опасность есть. Почему? Потому что 2018 год и июль, вот эти вот все затмения, они отнимут изжившие себя отношения. Поэтому если где-то что-то будет такое случаться, не переживайте. Это нормально, это надо пережить. Что еще? Манипуляции с недвижимостью никого не должны удивлять, потому что они у вас предвидятся в этом году. В июле это может быть вот некое такое зарождение, начало. Вы можете готовиться к расширению своей семьи. Это могут быть, скажем так, невестки, внуки, дети, то есть вот в этом вот направлении. Что касается здоровья, то в целом витальность организма будет неплохая, ну а здоровьем надо заниматься всегда. Удачи!